Ксения Собчак удивительным образом всюду успевает. К примеру, она сняла в сериале «Краткий курс счастливой жизни» на Первом канале. Ксения сыграла там интересную роль собаковода. Надо сказать, что многие знаменитости уже снялись в этом сериале. Всем привет! Мы продолжаем знакомить вас с интригующим миром российских и зарубежных звезд. Только от нас вы сможете узнать скандальные истории и обычные будни звезд шоу-бизнеса. Внимание на экран! Your mind set on a dream.